В Саратов приехал ревизор. В городе работала съемочная группа телешоу, которая ездит по городам России с проверками сервиса в заведениях общепита и гостиницах. Ее ведущая Елена Летучая побывала в суши-баре Куксикабе, трактире Тары-бары и гостинице Словакия. Положительные отзывы от съемочной группы ревизора получил Куксикабе и Словакия. Я не знал, кто такая Елена Летучая, что, чем она занимается и для чего все это дело происходит. Потом уже в процессе общения мы познакомились с ней. Вот, она рассказала, для чего это нужно, с какой целью это происходит. Вот, мы показали ей наше рабочее помещение, кухню, она проверила зал, проверила гостевой туалет. Кушала у нас, заказала несколько блюд, она заказала салат с цыпленой лапшой и суп с сливочно-морепродуктами.